Министр энергетики находится сейчас в Дагэнерго. Процесс идет по протяжении 2-3 часов, должны их восстановить. Два дня они ее восстанавливали. Он сгорел напрочь. Это замминистра. Приморская. Это один вопрос. Значит, сейчас был отключен всех тишин на подстанции Приморской. Сегодня, сейчас ввели в работу, осталось отключенный 18-й, 21-й фидер, который идет прямо вот сюда. Значит, на 18-м фидере нашли повреждение, бригада работает в течение получаса-часа. Мовку установят, его включат, свет подадут вот в этот район. 21-й фидер из-за возгорания в ячейке делает чистку изоляции. Как только почистить в течение 40 минут, бригада тоже... А вы слово даете 40 минут? Я даю вам слово. Почему они не отвечали на... Значит, с 9:00 администрации совещание проведу, и там, где не удастся что-то сделать, там подвоз воды и так далее, меры организуем тоже, но они в аварийном и штатном режиме работу проводят, он об этом скажет, вы послушаете, потом 2-3 вопроса и на этом закончим. Теперь, смотрите, давайте так, еще 5 часов.